Немножко обзор на кедры наши. Это у нас гималайский кендр пендула. Вот так он вытянутый, вот в такую вот красивую форму. Это особенно будет красиво над чем-то поставить, потому что выглядит он великолепно. Высота его примерно под 2 метра, но растение очень взрослое. Также есть вот такие кедры бонсай, это гималайские кедры. Вот такого плана. То есть у них стволик завернутый и выглядит как-то вот такой танцующий красавец. Также есть кедр Филин Блю. Помним, 6-7 месяцев он вот такой красивый голубенький, остальное время он зеленый. Выглядит он хорошо, высота примерно 1,30 м. Саженцы также есть, но они сделаны на штампе. Также есть вот такие кедры гималайские, уже довольно взрослые, крепкие. Тут 2 метра высота, выглядит, конечно, невероятно красивый, большой красавец. Вот такой вот кедр, это у нас идет вверх вытянутая макушка, вон красивые орешки, выглядит тоже очень даже хорошо. И вот такой кедр, который, помните, мы с вами формировали, вот такого вот плана, тоже довольно интересный, как говорится, на любителя. Ну и, конечно, вот этот красавец. Выглядит он невероятно красиво. Одна крепкая лапка, которая простирается вдаль. То есть выглядит он, конечно, вот так вот. Просто невероятно красивая. Вот такая вот такой красивый кедр Глаока. Атласский Глаока на штампе. Вот такая вот плакучая форма. Высота примерно под 2 метра. Шапочка, конечно, будет расти. Ну и, соответственно, будет спускаться до самого низа. Цвет очень приятный, такой насыщенный голубой оттенок. Также есть еще кедры не на штампе, атласские Глаоки. Вот так они выглядят. Красивенькие, бодренькие. Высота где-то под 2,5 метра. Выглядят, конечно, также симпатично, как и любой другой кедр. Ну и, конечно, вот такие красавцы. Пендула гималайские. Видите? Какая красивая у него лапка идет, раскидистая. Конечно, им место надо подобрать, но в любом случае он очень хорошо все украсит за счет своей вот этой вот плотности и изгибов. Смотрите, какая красота. Плавненько идет. Выглядит, конечно, они все шикарно. Но это вот что касается по нашим кедрам. Конечно, постараемся попозже довести. Ну, сейчас на данный момент остались только крупномеры. Ну и вот еще один. Но те, конечно, два предыдущих намного симпатичнее, мне кажется. Хотя и этому место можно найти. Ну, в общем, как-то так. Всем хорошо, все будет хорошо.